25 ноября в детском саду Яни Усики города Силламяи праздновали День Кадри. Это эстонский народный праздник, который раньше отмечали как окончание огородных и полевых работ. Когда весь урожай был собран, хозяева делали заготовки на зиму, вязали теплые варежки и шарфы, и наступало время веселиться. В старину в этот день было принято надевать белые и светлые одежды, а также белые маски и ходить каледовать. Ряженые пели песни, заходили в дом и устраивали тест для хозяев. Как к зиме подготовились, что насолили, наварили, навязали и нашили. Загадывали загадки и играли веселые игры. Сегодня у воспитанников детского сада Яни Усики были гости из школы Ванна Линна, которые познакомили ребятишек с традициями и с историей праздника. И, конечно, весело провели время. Матагануэльда, эт мейя рыхм сипелгап, сипелгат осалеп, харитус я Teadusministeeriumi poolt korraldatud projektis juba viiendat aastat. Lapsed on väga tublid ja projekt on väga tulemuslik. Lapsed juba saavad sõnadest aru, nad räägivad, laulavad ja tunnevad luuletusi. Täna meie lasteaias oli kadripäev. Väga oli hea pidu. Tulime külla siis Sillamäe Vanalinna põhikoolist. Ja eelnevalt natuke rääkisime oma lastele ka, mis on kadripäeva kombed ja me leidsime, et tegelikult kadripäeva kombestikus on ühisosa ka vene kombestiku paasha pühadega. Ja ma tahaksingi rõhutada, et me oleme küll erinevad rahvused, aga meil on palju ühisosa. Ja sama projekti raames, mina samuti õppin Tallinnas ja seal oli Eestis siis ukrainlasi vastu võtva organisatsiooni esindaja, kes tohutult rõhutas, et miks meeldib tulla Eestisse ukrainlastel. Siin on niimoodi, inimesed on nii rahulikud ja väga sõbralikud. Ja võti siis suhtlemisel on kaks võtit. On armastus ja välja näitamine, et me tahame head ja me hoolime. Ma tahaks rõhutada, et need on ka võtmed, miks me oleme saanud lapsi eesti keelt rääkima ja miks me peaksime õpetama siinsetele lastele eesti keelt, sest me armastame neist ja me hoolime neist. Пообщаемся с участниками праздника. Привет, ребята! Расскажите, что за праздник сегодня был и чем занимались? Мы танцевали. Мы еще играли и пели. Мы играли, нам давали разгадывать слова по-эстонски. Мы танцевали польку и... Вот, и элот, ну, пе элот, вот что. Пе элот, пуса, пылет, пе, пуса, пылет, пе, вот. Хорошее было настроение. Мы очень рады, что вообще такой праздник есть. Пожелания от ребят детского сада Яни Усики Силламяи. Желаю, чтобы все дети, которые были на Каприпяев, они радовались празднику. Чтоб у них было здоровье, счастье. И веселье. И чтобы они были дружными. Хорошее настроение. Чтобы они были в красивых костюмах, можно сказать. Чтобы были в национальных костюмах. Следите за последними новостями вместе с командой ЕСН ТВ.